Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. От кировчан ждут сведения о счетах за границей. До 1 июня они должны отчитаться перед налоговыми органами. Уведомить государство нужно об открытии и закрытии счетов, об изменении реквизитов в зарубежных банках и о движении средств. Пока такая обязанность распространяется на россиян, которые находились за пределами страны более 183 дней в течение года. При этом Минфин готовит законопроект, который обяжет всех граждан предоставлять данные о счетах за пределами России, если они есть. Предполагается это сделать с 2018 года. По замыслу чиновников, состоятельные россияне таким образом лишатся возможности скрывать свои средства за границей. Программа «Экономика». Кировстат констатирует замедление движения работников на рынке труда. В первом квартале отмечалась так называемая тенденция начала года, когда люди неохотно меняют работу по каким бы то ни было причинам. То же самое происходило и в начале прошлого года. На работу было принято почти 15 тысяч человек, каждый пятый. А в обрабатывающем производстве каждый восьмой представитель сферы здравоохранения и социальных услуг. Примерно 15 же тысяч кировчан уволилось. В 70% случаев это оформляется как уход по собственному желанию. Помимо движения работников, на стабильную работу организации, по данным Кировстата, оказывает влияние применение режима неполной занятости. В течение января-марта каждый девятый сотрудник работал неполный день, находился в простое или в отпуске без сохранения зарплаты по собственному желанию. Экономика на 101 FM. Для 12% кировчан близость работы к дому важнее зарплаты. О результатах очередного исследования сообщили в компании HeadHunter. По ее данным, для 58% соискателей важно место расположения работодателя. Готовы ездить в любую точку лишь 15%. Чаще других специалистов работу ближе к дому ищут бухгалтеры и административный персонал, в основном представленные женщинами. Согласиться на более низкую зарплату ради близости к дому готовы 12% опрошенных. Половина же участников опроса больше ценит деньги, а не время. Чаще всего это топ-менеджеры, специалисты по закупкам, представители автобизнеса и безопасности. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56,71, курс евро 63,37. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.